Компрессор подает в трубы отопительной системы воздух, чтобы создать в них сильное давление. Слабые места тут же дают о себе знать. Такие участки труб меняют. Результат гидровоздушных испытаний – уверенность. Никаких порывов на внутридомовых сетях зимой не будет. Затем рабочие промывают трубы и проводят ревизию всей отопительной системы. Еще есть комплекс работ, таких как утепление стен, окна, остекление оконных конструкций, двери входные, которые также в комплекс работ входят, которые также необходимо готовить для отопительного сезона. Поставщики тепла выдвигают свои требования к отопительному оборудованию в домах, чтобы повысить его теплоотдачу. Все необходимое для этого устанавливают жилищные организации. Жители могут не волноваться, зима в их квартирах будет теплой. На общем собрании в прошлом году было принято решение поменять наверху общий трубопровод холодные и внизу горячей воды. То есть это все было сделано, да, вовремя, то есть без всяких осложнений. Подготовка к зиме домов, которые обслуживает управляющая компания ЖКС, подходит к завершению. Коммунальщики идут с опережением графика. На сегодня 90% многоквартирных домов уже полностью готовы к запуску отопления. Марина Матвеевна, Станислав Левин, «События».